В новогодние праздники рязанцев ждет фестиваль ледяных скульптур. С 3 по 7 января на Лыбедском бульваре 5 художников из Рязанской области с помощью бензопил, резцов и стамесок создадут уникальные фигуры вот из этого прозрачного льда. На создание ледяных шедевров отведут несколько дней. Тонны ледяных блоков уже доставили на Лыбедский бульвар, где, кстати, и пройдет фестиваль. Подготовка идет полным ходом. Сейчас организаторы создают ледяные подиумы для будущих скульптур. Лед привезли прямо из Урала. Своего подходящего по плотности и прозрачности не нашли. Глыб толщиной минимум 50 сантиметров в Рязани просто нет физически. Если мы говорим о изготовлении большой скульптуры, там 3-5-метровой, это единственный материал. Ну, еще может быть снег и песок, которые позволяют всего за несколько дней сделать большую, многометровую, проработанную композицию. А художники до сих пор работают над эскизами, продумывают детали, и многое будет зависеть от погоды. Если мороз будет покрепче, то скульптуры будут более ажурные, более сложные, красивые. Если ближе к нулю, то все равно будет красиво, но чуть-чуть более надежно. В новом году рязанцев ожидает настоящая феерия света и льда, ведь ледяные скульптуры будут подсвечиваться в вечернее время. Ну а пока что они в самом начале своего рождения. Художники рассчитывают, что после своего создания ледяные фигуры будут радовать рязанцев и гостей города до конца зимы. Эскизы фигур пока держат в секрете. Даже организаторы фестиваля до конца не знают. Но, по слухам, одна из фигур будет точно бюстом нашего земляка Сергея Есенина. Самое главное, чтобы погода не внесла коррективы в работу мастеров и не испортила ледяные шедевры. Напомним, всех ценителей прекрасного ждут на Лыбедском бульваре с 3 января. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».